Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы расскажем вам о функционале официальной программы для изменения прошивки в устройствах от компании WUPU. Поскольку программа работает со всеми устройствами из линейки DRAG, то и эта инструкция одинаково подойдет как для первого DRAG, так и для остальных его версий. Заходим на официальный сайт wupu.com, переходим во вкладку «Сервис» и выбираем «Саппорт». Из представленного списка выбираем свое устройство. Нажимаем на пункт «Configuration Software» и скачиваем его на компьютер. Устанавливаем. Подключаем мод к компьютеру с помощью USB-кабеля и запускаем программу. В верхней части меню указано, что мод успешно подключен к компьютеру. В нем же вы можете отключить свой бокс-мод. Слева есть 4 пункта. В первом нас приветствует компания WUPU. Во втором указана вся информация о подключенном устройстве. В следующем пункте вы можете обновить прошивку, которую можно скачать на официальном сайте. Перейдите на сайт во вкладку «Сервис» и выберите «Саппорт». Далее найдите из представленного списка устройств «Ваши». Справа от него выберите второй пункт и нажмите «Download». Разархивируем файл. На вкладке «Обновление прошивки» нажимаем «Choose» и находим его на компьютере. Выбираем и нажимаем «Download». Прошивка обновлена. В последнем поле находится «Кастомизация девайса». Здесь можно поменять текст любого из возможных уведомлений боксмода на собственный. Во вкладке «Параметры» можно добавить либо удалить режим термоконтроля и отстроить коэффициент температурного сопротивления металла. Также можно настроить яркость дисплея и максимальное время затяжки. Оно ограничено 10 секундами. В следующей вкладке находится «Шкала температурного контроля». Здесь можно настроить температуру на каждую секунду парения. Для настройки доступно 5 предустановок, каждую из которых можно отрегулировать индивидуально и даже сохранить файл на компьютере, чтобы использовать в дальнейшем или передать другу. В крайнем пункте находится кривая мощности. Ее, по аналогии с кривой температурного контроля, можно настроить под свои предпочтения. После всех настроек вам нужно будет нажать на клавишу 2, либо щелкнуть по кнопке Write to Device и отключить устройство от программы, нажав на кнопку Disconnect. После этого можно отключить BuxMod от кабеля USB. Спасибо за просмотр, с вами был Сигарет Нетбай и до встречи на нашем канале.